Вань, ты про рептилоидов чего-нибудь знаешь? Да что ты слышал? А что ты про них вспомнил вдруг? Я передачу недавно смотрела. Вот эти все Билл Гейтс, Цукерберг, Безос, они все рептилоиды. Они только на людях принимают человеческий облик. А так они живут там в своих пещерах, в своем рептилоидном образе. Эти рептилоиды, они нас выращивают, неизвестно для каких целей. Знаешь, как вот мы кроликов выращиваем на мех, на мясо, а ведь кролики этого не понимают. Так же и мы, дураки, не понимаем, для чего нас рептилоиды выращивают, для каких своих целей используют. Ну пусть себе выращивают, что тебе? Не сожрут они нас, наверное. Так если они все из-под океана вылезут, то могут и сожрать всех нас запросто. Ты же говоришь, их и несколько всего. Что ж, Цукерберг может сожрать миллиард людей? Сама подумай. На Земле 8 миллиардов человек. Да нет, Цукерберг он всего лишь агент. А у них там под океаном целое царство, их там миллионы этих рептилоидов. Там цивилизация целая. Ну откуда ты знаешь, чего там под океаном находится? Ученые сказали, научный корабль искал подводную лодку, гамма-лучом они просвечивали дно и просветили нечаянно, увидели цивилизацию там целую. Они это никому не рассказывали, чтобы не сеять панику. Да, никому не сказали, а тебе сказали. Опять свою дурацкую передачу смотришь. Почему дурацкая? Вот игра у тебя дурацкая. Это же шахматы. Ну и что, что шахматы? Чего толку, что эти фишки двигаешь? Двигай, а толку никакого. Это же великие умы в нее играют. Это они перебирают по 100 комбинаций в минуту. 100 комбинаций. У меня 5 комбинаций. Мне больше не надо. Ну зачем мужику 100 комбинаций? Да не те комбинации, что у тебя в стиральной машине крутятся, а те, что в голове у них крутятся. Мыслительные процессы всякие. Шахматы развивают аналитический ум и логическое мышление. Не знаю, сколько ты в эту игру играешь, не вижу, что у тебя хоть что-то развилось. Вот змея. Вот где рептилоид сидит, а еще рептилоидов ищет. Весь ваш род рептилоидный, с чего Библия начинается. Ева ушла сюсюкаться с рептилией. Ну ладно, все. Кать. Чего? Сварил бы суп, а? С работы пришел, есть нечего. Ты мне про каких-то рептилоидов рассказываешь. Какой суп ты хочешь? Ты какой сваришь? Хоть рептилоидный. Жрать охота, с утра ничего не ел. Вот черт. Действительно дурацкая игра.